Раз, два, три, четыре. Да, он остался. Айзо! То, что вы делаете, вот это неправильный захват. Вот это. Мы должны локоть его. В квадратной форме мы выводим локоть вот так. Здесь мы, когда входим, мы локоть за счет этого выводим, вот за счет этого движения. В затыльную сторону. Вот вы должны взять. Смотрите. Вы должны руку взять вот так, чтобы управлять его локтем. Если вы берете так, вы локтем, особенно если мокрая рука, у вас тут будет прокручиваться. Как мотоцикл. Нет, в боевых искусствах мы должны использовать контакт. Видите? Такой же, как Котагаеши обратно. Вот эта форма. Вышли сюда, взяли руку, заставили его согнуть локоть и двинуться назад. Вот. Тогда уже делаете вход. Дождитесь, пока он начнет движение, сохраняя локоть.